Здравствуйте. Сейчас краткий рассказ о том, можно ли поставить газобетон на винтовые сваи. Часто обсуждается, я не раз говорил, что да, можно. Вот очередное подтверждение тому. Домику почти 5 лет от роду. 9,5 на 9,5 по наружным обмерам. Газобетон D300, 300 мм. Винтовые сваи диаметром 108. В количестве, сейчас вспомню, 4 на 4, да, в количестве, соответственно, 16 штук. Все, дом достаточно неплохо себя чувствует 5 лет. И продолжит также себя чувствовать еще достаточно долго. Изнутри отделан, заселен, пригоден к круглогодичному проживанию. Спасибо за внимание, всего хорошего.